Сегодня я хотел бы послушать, как реализуются и исполняются поручения президента по основным направлениям. Ну, допустим, в сельском хозяйстве мы когда-то говорили о новой породе скота, о новых растениях там и так далее. Мы говорили об электромобилях, что очень актуально, об этом будем в пятницу говорить, это наши беспилотники, как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты, они очень актуальны, исходя из уроков войны. Второй вопрос, который вы хотели вынести на обсуждение, это устав Академии наук. Мне что нравится, что вы идете по пути дебюрократизации, чтобы меньше было волокиты. Это убийственно. Это тоже урок конфликта России в Украине, только в другом измерении. Вот волокиты быть не должно. Поэтому рассмотрим основные элементы устава. Ну, а потом, согласно нашей процедуре, я думаю, мы до конца года обязательно должны утвердить новый устав Академии.